знаю, что вы думаете. Чьи яичишки пришлось потеребить, чтобы выбить себе сольный проект? А вот и не скажу. Сейчас, ага. Сэм Джексон нарисуется. С повязкой на глазу, в кожаном садо-мазо прикиде. Ну, жги, одноглазый Вилли. Давай! Пуля у тебя шустрая. Это что за кандибомер? Я Человек-паук. Привет всем любителям кино! Вы на канале Unity. В этом выпуске речь пойдет о третьей части фильма про болтливого наемника Deadpool 3. Когда Disney купила студию 20 век Fox, возникло много вопросов про будущее Людей X в кино. И среди них особенно шла речь о франшизе Дэдпула с Райаном Рейнольдсом. Точно очевидно, что Disney не откажется от такого ценного персонажа, как Дэдпул, но остаются вопросы относительно того, как собственность с рейтингом R впишется в тусовку киновселенной Marvel с PG-13. Но кажется, уже есть ответ на этот вопрос. Ребята из портала Collider недавно поговорили с Кевином Файги, и он дал многообещающую информацию о Дэдпуле 3, раскрыв, когда начнутся съемки и, что наиболее важно, подтвердил, что продолжение будет частью киновселенной Marvel. Все верно, повторю еще раз, Уэлд Уилсон официально присоединяется к киновселенной Marvel, и он сохранит свой рейтинг R. Файги также сказал, что уже идет работа над сценарием триквела под присмотром Райана Рейнольдса, но съемки начнутся не раньше 2022 года. Это, конечно, захватывающая новость, но сейчас Файги и команда полностью заняты другими производствами. Тор 4, Нет пути домой, Доктор Стрэндж 2, Черная Пантера 2 и так далее. Фильм, вероятно, появится в кино в одном из забронированных Марвелом датах 23-го года. Наряду с Фантастической Четверкой и Блейдом. Да, вот это жаришка, теперь мертвый бассейн в киновселенной. И в скором времени на этом канале я разберу, как его сценарно мягко переместят события КВМ. Подписывайтесь и следите за новостями.